зовут Екатерина, я из Украины. Я художница, для которой искусство, живопись — это глубинные чувства, эмоции, которые я, собственно, пытаюсь передать в своих картинах. Первая моя картина, которую я хочу вам представить, называется «Божественное женское начало». Здесь я передаю материнство, исцеление души. Когда я ее рисовала, я испытывала огромную божественную поддержку, благодаря которой я создала, собственно, эту картину, чтобы каждый, кто на нее смотрит, мог прочувствовать свои внутренние эмоции, да, и понять, что женская сила на самом деле очень-очень имеет большую многогранность. Также в этой картине хотелось бы, чтобы люди прочувствовали, что мир на самом деле внутри нас. И то, что мы хотим видеть, то есть внутри нас. И, собственно, здесь кто-то может увидеть какую-то чистоту, кто-то может увидеть какой-то всплеск такой нежности, эмоций. Поэтому я бы хотела, чтобы люди, смотря на эту картину, испытывали блаженство и легкость. В другой картине называется «Пробуждение души». Здесь бы я хотела передать эмоции, которые есть внутри нас, то есть наша сила, наша внутренняя сила, которую мы, собственно, только мы и Господь, да, ведет как бы нас благодаря всему этому. И здесь я благодаря вот этим краскам, да, здесь почему она яркая, потому что то, что есть внутри нас, мы можем до конца даже этого не осознавать, но нам нужно раскрывать эти эмоции, раскрывать вот эту вот свою многогранность души, эмоции и так далее, да, чтобы люди могли вдохновляться. То есть моя суть искусство — это вдохновлять людей, вдохновлять на творчество, на какое-то пробуждение, да, чтобы люди могли чувствовать и создавать, понимать, что каждый человек уникален, и чувствовать это, чтобы это исходило изнутри, от сердца. Поэтому мои работы несут божественное начало, исцеление и многогранность людских душ. Благодарю за внимание.